Друзья, всем привет! Сегодня я кайфую, как говорится, грибы, ягоды собираю. Вот грибочки. Маленькие, маленькие. Это, знаете, это маслята. Та-да-да-да. Вот раз. Вот два. Ой, какие хорошенькие. Та-да-да-да. Так, подождите. Вот. Вот оно. Вот оно хорошенькое. Ой-ой, не могу. Я сегодня путешествую по лесу. Наверное, мое хозяйство меня, думаю, потеряло. Смотрите, у меня полное ведро грибов. Ой, не могу. Сегодня решила по лесу бродить, ходить, собирать грибы. Вот еще. Ой. Ой-ой-ой, сейчас, секундочку. Та-да-да-да. Да-да-да-да-да-да-да. Грибы все-таки меня любят, себя показывают мне. Вот. Вот это маслята. Ну, думаю, хоть картошку пожарю. Вот такие вот у нас дела. Та-да-да-да. Грибочки мои сладенькие. Ягоды что-то со мной не дружат. Я мало собрала ягод. В сравнении с грибами. Хоть, может, немножко грибов наберу. Ой-я. Ну что, где вы еще у меня тут? Так что я сегодня в лесу кайфую. Грибы, ягоды собираю. Вот грибочек. Вот второй грибочек. Вот третий грибочек. Та-да-да-да. Это урожай сегодня. Ну, вот такие дела. Вот так. Вот так мои масляточки красавицы. Вот так-то. Ой, это что-то испорченное, видите. Ой, это гнилая. Она вся гнилая, видите. Не пойдет. Дальше пойдем искать. Так, грибочки. Во. Вот, смотрите. Тройняшки, видите, тройняшки. Маленькие. О, нормальные. Нет. Что-то тройняшки тоже гнилые. Нет, гнилые. Понятно, у нас уже давно, уже несколько дней, как дождей нету, они же тоже сохнут.